Акира Куросава сказал однажды: человек должен бороться, чтобы жила надежда. 30 лет назад молодой японский режиссер прочитал книгу русского путешественника Арсеньева об охотнике Дорсу Узала. Тогда же родилась мечта рассказать на экране о человеке, который живет в гармонии с собой и природой. Мировую известность завоевали многие картины Акиры Куросавы. «Дорсу Узала» — 27-й фильм знаменитого режиссера. Этим летом творческая группа Мосфильма, возглавляемая Куросавой, начала съемки в Приморье. Приготовились! Мотор! Роль Арсеньева исполняет Юрий Соломин. Роль Дорсу Узала артист из Тувы Максим Мунзук. Солдат Туртыгин Владимир Кремена. Да, дай им волю, так они, глядишь, и всю тайгу слопать могут, зеленые шишки. Ну, до этого не дойдет. Дай бог. Снимают фильм операторы Асахадзу Накаи и Федор Добронравов. «Люди забыли, — сказал Куросава, — о том, что человек — это часть природы. Они хищнически истребляют ее. Об этом нужно кричать на всех перекрестках. Что касается меня, то я говорю фильмами». Ты меня слышишь, Илья? Ну и так хорошо. А сейчас, я думаю, нужно выводить лошадей и людей. Вас понял, но посмотри движение. Хорошо. Приготовились! Мотор!